Я вас категорически приветствую, друзья. С вами Федор Сумкин на канале GamePal Сумкин. Очевидно, но правда. Мы в прошлый раз, в прошлой серии Far Cry, мы с вами были вон там. Убили базучика на вышке, и теперь нам предстоит идти вон в ту крепость. Потому что у нас есть теперь бомба, и мы можем там подорвать дверь. Так, спасибо за патроны для снайперской винтовки. Их аж 5 штук. Так. Вот они, ребятки, побежали уже. Ты немножко косой. Все, супер. Ой, ой. Очень неожиданные, ребят. Не надо такими быть, это очень плохо. Неожиданные ребята могут и до инфаркта довести, а то и до инсульта. Так. Ага. Наконец-то. Так. Все, супер. Так, теперь, блин, аж жизни-то вообще практически нету. О, все. Можно смело говорить до свидания. Бежим. Так. Все, взрывается. Зашибись. Ой, ой, ой. Что ты придумал? Я мог бы сказать, но лучше сам догадайся. Блин, если у меня хоть один раз попадут, то все, мне хана. Ой! А там уже со снайперскими винтовками сидят. Ребят, ну как так? Ой! Вертолет еще! Чувствую, подохну сейчас. Ну, а я, в принципе, о другом подумать не мог. Я очень надеюсь, что нам не придется начинать сначала. А именно с того места, в котором мы закончили в прошлой серии. На котором мы закончили в прошлой серии. Так. Да давай ты... Да куда ты нажимаешь? Зашибись. Да ш... Как ты так стреляешь? Скажи мне, пожалуйста. Расскажи мне секрет твоей стрельбы. А я не удивлен. Так. Братиш находится... Так, братишки-бальтиши, там где? Сейчас тебя быстренько найду. Выкурить его оттуда! Я тебя даже не вижу, кого ты выкуривать собрался, братан? Если уж я тебя не вижу, то как ты меня можешь видеть? Скажи мне, пожалуйста. Вон он, собака крадется. Да каким образом? Скажи мне, пожалуйста, братан! Достал. Отлично. Нету жизни. Так, пацаны. Убейте-ка меня. Сейчас я пройду вообще хорошо. Так, кто там убивает обычно? Так, ты убиваешь, да? Стреляй. Получай. Класс. Всё. Теперь точно все будет зашибись. Это как пить дать. Так, ладно. Тогда возьми, пожалуй, P90. Конечно, лучше было взять MP5, но на них, в принципе... Количество патронов одинаковое. Имеется на P90, конечно, больше. Но MP5 тоже использовать надо. Пушку ведь да... Я взял? Взял. А не пользоваться ей я не могу. Так. Да плевать! Ага, доплевался. Так. Окей, вставай. Хотя... А где еще один? Так, зашибись. Где еще один? Ага. Ложись. Долбанный лист! Вот что он тут делает? Вот прям вообще не в тему. А, все. Думаешь, там засел, да? Если тебя в первый раз не увидел, не думаю, что я тебя не вижу во второй. Все, зашибись. Вроде бы теперь все. Все зачищено. Все отлично. Так, P90, да, MP5 взял. Бегу ставить бомбу. Так, бежим, 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 бежим. Все, отлично. Так, спрячься сразу вот сюда, потому что там будет сидеть. Там два солдата. Нет, как бы даже не три. Как тебя? Что ты придумал? Я, могу... Я придумал, меня зацепило каким-то образом. Ага. Минус один. А
как мне до этого добраться? Все, отлично. Так, мне вообще как... А, вот так. Ага, все. Бронечку я получил, теперь нам вот сюда. Я правильно понял? Так, дайте-ка я пойду возьму у снайпера патроны. Меня еще кто-то видит? Кто? Я же всех завалил. Кто? Сучий потрох. Так, все, карточка у меня есть. Бери пистолет. Блин, патронов осталось мало на П-90 и на МП-5. Так, я так понимаю, нам сюда, да? Так, аптечка. Зашибись.